Здравствуйте. Сегодня я представлю вашему вниманию модель ЧЗ-527 Youth Carbine производства чешской сбруевки Чехии. ЧЗ-527 Youth Carbine – это охотничья резная винтовка с малым размером и небольшим весом, идеально подходящая для первого знакомства с нарезным оружием молодых охотников и стрелков. ЧЗ-527 Youth Carbine существует в калибрах 7,62 на 39 и 223. У данной модели классическая ложа из ореха с лазерной насечкой оригинального рисунка, покрытая лаком. Расстояние от спускового крючка до затыльника всего 322 мм. Компенсационный затыльник изготовлен из резины. Холоднокованный ствол данной модели достаточно короткий, чтобы оружие не было длинным, и достаточно длинный для того, чтобы правильно сгорал порох и сохранялась точность. На нем расположены фиксированные прицельные приспособления в виде целика и мушки. Общая длина данной модели 922 мм, вес всего 2 кг 650 грамм. УСМ регулируемый, есть шнеллер. У ЧЗ-527 Youth Carbine пятизарядный магазин металлический, который извлекается путем нажатия на удобную клавишу с правой стороны. Затвор болтовой, укороченный на базе у Mauser 98, извлекается нажатием на клавишу с левой стороны и устанавливается точно так же с нажатием на клавишу с левой стороны. Для того, чтобы произвести холодный спуск, необходимо в последней фазе движения ручки затвора нажать на спусковой крючок. Предохранитель ручной двухпозиционный. В положении на предохранителе не производится спуск и невозможно произвести экстракцию патрона из патронника. В положении боевом возможно перезарядить оружие и произвести выстрел. На ствольной коробке фрезеровка «Ласточкин хвост» для установки прицельных приспособлений. ЧЗ-527 Youth Carbine хорошо подходит для начинающих стрелков для первой охоты и стрельбы в юном возрасте. Легкий и надежный. Всего доброго, до встречи на Альянс ТВ.